бархатцев F1 русский размер золотые высевают на рассаду в марте-апреле. В начале мая сеянцы уже можно высаживать в цветники. Высота взрослого растения достигает до 45 см, а диаметр кустиков может быть до 40 см. Поэтому для нормального развития бархатцев F1 русский размер золотые при посадке нужно придерживаться расстояния до от 35 до 40 см между культурами. Растение неприхотливо к условиям роста и в уходе. Зацветает в июне и цветет до наступления осенних заморозков. Цветочки насыщенного оранжевого цвета, диаметром до 15 см, махровые. Выращивать растения можно не только на клумбах, но и в уличных вазонах. Бархатцы гибридные золотые это травянистые высотой 45 см. Цветет растение в месяц июль, август, сентябрь, октябрь. Окраска цветка оранжевый. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине всесорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.